Thank you.
правы дьяволу пронизы, и жизнь мирную ему даровал бы сам Господи, покой душу усопших рабов твоих. На земле нашей, от властей безбожных, как в годину гонений на церковь русскую, умученных и убиенных, вместе светлые, вместе злачные, вместе покойные, оттуда же сбежим болезнь, печаль, воздыхание, всякое согрешение, содержанное словом или делом, или помышлением, это благие человека любит, Бог прости, а понизь человека же жив, будь или согрешает, ты бы один, кроме греха, правда твоя, правда во веки, и слово твое истинное, яко ты есть и воскресение, жизни покой, усопших рабов твоих. На земле нашей, от властей безбожных, годину гонений, на церковь русскую, умученных и убиенных, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, все безначально Ты, Отце, и Пресвятым и прославленный наш священномученик Николай Попов, хотя и он является уроженцем нашей земли, уроженцем станицы Урюпинской, хотя служение на СССР осуществлял довольно далеко отсюда, во втором Донском округе, в хуторе Верхнем Грунтове, тоже, насколько, сколько он построил несколько школ в хуторах, которые находились в его приходе, помогал своим прихожанам выращивать хлеб, он был квалифицированным агрономом, и советами, и помощью, и семена выписывал, и технологии всякие вводил. И вот часть этих же самых казаков, пошедшие за красными, схватили его и повезли, и расстреляли его. И так невозможно исчислить всех этих священников,
которыми и в годы гражданской войны расправились, и впоследствии, после войны, якобы за связь с белыми расстреляли, и в годы коллективизации, за то, что они препятствуют своим присутствием. Что священник говорил против колхоза? Говорил, что без Бога нельзя жить. Так его арестовывали. Только за эти слова и расстреливали, и ссылали далеко, далеко на север, в лагеря. И монастыри наши разгоняли, пусть Медведицкий, Каменобродский, Гусевский, Краишевский. Разгоняли и этих монахинь, осуждали, увозили их в ссылку и на тяжелые работы, где они умирали. Очень долго, без конца можно продолжать этот мартиролог, список мучеников, свидетелей за веру Христову. И мы должны быть благодарны этим людям. Господь не оставит их имена безвестными. Постепенно, постепенно все открывается, все выходит на свет. И Господь свидетельствует нам, что были люди, не покорившиеся безбожным. Были люди, не отступившие от своих нравственных идеалов. Именно ими-то и их потомками и жива Русь наша. И мы в этот день молим их, предстоящих ныне пред престолом Божиим, о том, чтобы и нас в вере укрепить, и славу нашу в православии сохранить до скончания века. Около 2000 человек по именам было прославлено вот за последние 20 лет. Мы знаем, почитаем, помним, но в сегодняшний день мы вспоминаем имена тех тысяч и десятков тысяч людей, которые поистине явили нам подвиг веры своей, которые засвидетельствовали, что такое мученик. Это свидетель по-гречески, мартирус, то есть свидетельствует о том, что, как в сегодняшнем апостольском чтении сказано, ничто не может отлучить нас от любви Божьей. И вот в этих стесненных условиях, пусть не так, как страдали древние мученики, в тюрьмах, в подвалах, тайком пострадавшие, засвидетельствующие свою веру во Христа Иисуса, засвидетельствующие свои чаяния грядущего небесного Царства, они ныне предстоят пред престолом Божиим, блистающих, просветившихся, как солнце риза по Слову Божьему, праведники просияют, как солнце в Царстве Отца их. И мы молим их и просим, и известных, и неизвестных, и тем, кто известен нам по именам, и тем, кто нам по именам совершенно еще и не знает, молим, чтобы они и нам помогли пронести нашу веру во всех наших жизненных испытаниях и нам получить часть небесного Царства. Аминь. Со страхом Божьим верою приступите. Причастники, повторяйте молитву по святому причащению. Все повторяйте громко вслух. Верую, Господи, исповедую. Верую, Господи, исповедую. Яко ты еси воистину Христос. Яко ты еси воистину Христос. Сын Бога живаго. Сын Бога живаго. Пришедший в мир грешное спасти. Пришедший в мир грешное спасти. От них же первый еси ас. От них же первый еси ас. Еще верую. Еще верую. Еси самое пречистое тело Твое. Яко си самое пречистое тело Твое. Еси самое честное кровь Твоя. Еси я и самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе. Молюсь об Тебе. Помилуй меня. Помилуй меня. И прости мне прегрешения мои вольные и невольные. И прости мне прегрешения мои вольные и невольные. Я же словом, я же делом. Я же словом, я же делом. Я же ведением и неведением. Я же ведением и неведением. Бесподобие меня не осуждаю.
пречистых Твоих таинств. Причаститесь о пречистых Твоих таинств. Восставление грехов. Восставление грехов. В жизнь вечную. Благослови Богу нас. Всегда ныне присно. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Благословящийся Господи, освящай на Тебя уповающая, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани. Освяти любящие благолетие дому Твоего, и тех воспрослави божественную Твоей силою, и не остави нас, уповающих на Тебя, мира мирами Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству и всем. Я, ниже именованный, вступая в должность церковного судьи, обещаю всемогущему Богу, предсветлым Христом и Евангелием, в том, что при помощи Божией буду стремиться проходить предстоящее мне служение судьи церковного суда во всем согласно со Словом Божиим, с канонами святых апостолов, вселенских и поместных соборов и святых отцов, и со всеми церковными правилами, законоположениями и установлениями, обещаюсь также, что при рассмотрении всякого дела в церковном суде буду стремиться действовать по совести, справедливо, подражая праведному и милосердному вселенскому судье Господу нашему Иисусу Христу, с тем, чтобы решения, выносимые церковным судом, с моим участием ограждали паству Церкви Божией от ересей, расколов, нестроений и бесчиния, и помогали приступившим к заповеди Божией прийти к познанию истины, покаянию, исправлению и конечному спасению,
участвуя в принятии судебных решений, обещаюсь иметь в мыслях не свою честь, интересы, выгоду, но славу Божию, благо Святой Русской Православной Церкви и спасение ближних, чем да поможет мне Господь благодатью Своею, молит ради Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Пресвятой Девы Марии и всех святых. В заключение сего обещания целую Святой Евангелие и крест Спасителя моего. Аминь. Братья и сестры, поздравляю вас с воскресным праздничным днем, а также первое воскресенье февраля по уже такое решение по местному собору 1918 года, которое утвердило это решение, что первое воскресенье февраля праздновать память святых новомучеников и исповедников российских. По новому стилю, по старому стилю еще месяц январь. Вот. И сегодняшний воскресный день и память новомучеников и исповедников российских раз приходится на начало чтения книги, которая называется «Постная триопти». Та книга, по которой мы будем совершать богослужение весь Великий пост. То есть с этого воскресенья начинается подготовительная неделя, которая нас будет готовить к Великому посту. Готовить, естественно, и духовно, и душевно, и физически. Церковь очень мудро поступает, именно приняв такое решение, узаконив такое решение, что эта неделя у нас сплошная, потом неделя она опять будет пестрая, и заключительная неделя сырной седмицы, она тоже будет сплошная, но уже без вкушения мяса. Так вот церковь постепенно приводит человека к осознанию и готовит его ко времени Великого Поста. А эта неделя, воскресенье, носит название первой недели приготовительной недели омытые и фарисеи. Эту притчу вы знаете прекрасно, она читалась сегодня. Это Господь говорит эту притчу в Евангелии от Луки, говоря о том, как два человека пришли помолиться. Один мытарь, а другой фарисей. Ну, кто такой мытарь, вы уже знаете, это как вот, ну, сборщик налогов. И фарисеи в переводе, они их так называли, отделенными, они считали себя людьми практически святыми. Вот. И вот два человека зашли в храм помолиться. Один мытарь, который стоял в уголочке храма и бил себя в грудь и говорил: «Боже, милости, буди ко мне грешным». То есть милости надо мной. Он понимал, что он грешный. Делать он ничего не смог, а только стоял и бил себя в грудь, просил у Господа быть ко мне милостью. И другой человек, фарисей, который стоял в центре храма, и благодарил Бога. Он благодарил, ведь он человек верующий, и он как мог, так и благодарил. Благодарю тебя за то, что вот я такой, что а не такой, как вот этот мытарь. Видите, хотя и была благодарность Богу от этого человека, но в то же время вместе с благодарностями что было? Осуждение своего близкого. Он посчитал, что он лучше. Благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь. И вот эта притча, она очень замечательная тем, что мы, вступая именно в дни Великого Поста, тоже должны о чем думать? Не о том, что мы с вами такие хорошие. Хорошего у нас никого ничего нет своего. Что хорошего у нас от Бога? Наше с вами что? Прегрешение, да? Это вот наше с вами. Поэтому мы себя таким образом начинаем готовить к Великому Посту, считая себя не чего-то достойным, да? А достойным чего мы можем себя пожелать, да? Именно посчитать для себя достойным.
достойны вот всякого Божьего наказания. Вот этого мы достойны за свою жизнь. Вот. А считать себя, что я кем-то лучше или лучше такого, это, конечно, не в нашей практике, да, церковной жизни. Обычно человек, он приходит, что кается в своих грехах, а не в чужих. И вот мы тоже приходим, в каких грехах мы каемся? Каемся, конечно, в грехах своих. Вот с этого мы давайте начинать каждый раз, да. Вот. Не видя в себе, что-то достоинство, это нам дает Господь. А грехи, которые мы совершаем, вот это же мы совершаем по нашей с вами лености, нерадению, нежеланию, да, вот, или еще чего-то. Поэтому мы должны всячески себя считать достойным всякого наказания Божьего. Да. И даже когда Господь наказывает, да, это значит, человек даже угоден чем-то Богу, потому что закоренелого грешника, который своих грехов не видит, смысла его наказывать в чем? Он и так его не видит, своих грехов. Он и так уже живет в наказании. А нам дается для того, чтобы мы с вами одумались, осмотрелись, изменили свою жизнь к лучшему. Вот почему с нами происходит всякое в жизни, да? Попускает нам Господь. Будем и мы стремиться с вами, что? Изменять свою жизнь к лучшему. И как этот мытарь будем просить Господа: «Боже милости, будь ко мне». Ha ha ha.